Изготовлением декоративных фигур из гипса для интерьера и сада Бавлинка Люция Гельмудинова занимается более 8 лет. Ее мастерская полна разными интересными, удивительно красивыми гипсовыми фигурами. Здесь нашли место и вазы, и собачки, и скульптуры женщин в национальных костюмах, и многое другое. Мастерица показала нам сам процесс изготовления гипсовой фигуры собачки. Чтобы она была плотная, чтобы у нас нигде не проливалось. Иногда бывает, что проливается. И начинаем мы его крутить в разные стороны. Вот. И потихоньку по стенкам гипс застывает и получается слой. И внутри образуется пустота. Как говорит Люция, идея заняться гипсовыми фигурками у нее появилась случайно. На тот момент она работала в сфере торговли. Когда мы вот как раз дом строили, и на работе я постоянно, и мужу здесь помогать некому, и я на разрыв. Как-то я смотрела кухню, квартиру, в дом, новую кухню, и захотелось мне в эту кухню фрукты, вот бывают же фрукты такие яркие. И я начала искать фрукты в интернете, как же их самой сделать. И смотрю, там можно из пенопласта сделать, можно из папье-маше как бы сделать. И нашла из гипса. И я начала увлекаться этим. Наверное, где-то год я находила, как же можно сделать самой формы для гипса, чтобы их заливать. Какими были первые работы мастерицы и чем она еще увлекается, подробнее смотрите в передаче Бавлинского телевидения. Айгуль Хусаинова, Артем Артемьев, БРТ.